мы сейчас едем. Доброе утро, страна. Вот что значит, самолетики зашли только без интернета, да? Мама, будешь тебя пускать? Буду. Нам. Давай. А я поснимаю. А, ты поснимаешь? Давай, она там уже включена. Так. А, там тоже есть, какого-то есть. Да? Так, вот Вилк! Наша мама. Вилк! Не, ну мама, ну что это такое? О, баба. Вот это я понимаю. Давай. У меня все стабильно. А у меня все вниз. В другую сторону. Смотри. Ты видишь, куда долетел? Там что? Уже толпа закрепился. Стабильность. Собаку покормили, детей тоже. И теперь все завтракаем тоже на улице. Ура! Солнышко, но дождик капал нам. Кнопа, ты будешь пить кофе? Она же тоже любит кофе с молоком, да? Да? Хорошо. Папа, они с дедой хотят. Можно? Так, а мы сейчас едем на лагерь. Ловить рыбу, да, сынок? Да. Будешь ловить? Не знаю. Все, едем тогда все вместе. Я граблями, да? Ой, как-то там подпер. Грабли? Я другого не мог придумать. Все хорошо, ребят, вам нравится? А вы самолетики не взяли? Нет. А зачем? Вот здесь вот черные вороны, вот это, да? Все время, да. Вот здесь черная и с серой грудкой такие. Едем сейчас на лагерь. На лагерь это... Для меня это какое-то сначала было название концлагерь. Но это и вообще детский заброшенный лагерь. Мы сегодня мы будем... тут первые едем, походу. А мы будем... Самое главное. Вот так. Будем так поднимать. Ну, поедем, посмотрим. Может сейчас... Пробую сходить. Еще острова, наверное, да? Километра два, сколько, наверное. Сколько их там? Три острова? Да вообще два? Называется три, но сам остров один только. Угу. А остальные все полуострова, на которых можно с той стороны типа заехать. Ага. Вот на мотоциклах мы заезжали на край вот сюда, это ж коса, и вот на край сюда можно было проехать. Ну, сейчас не знаю, там перемочи, не перемытые, ну... А вообще еще и пешком ходили? Да, да, вот отсюда начинали, снизу и по воде туда. Ну, до третьего как-то не ходили, потому что туда легче было это. А вот на второй ходили. А на второй, где перемычка, там глубоковато начинается так. Ну, как глубоковато, уже... Плыть надо, да? Да. Воды больше? Их как-то не боялись, все ходили, и сказать бы... Было кто-то там несчастных случаев, да нет, как-то... Таких несчастных? Ну, что кто-то утонул. Там утонул, или нет, ну так, человек 15 собиралось и пошли. Бучка ловили? Да, что только не ловили. Это же просто там путешествовали. Да. И тут включается эта музыка Индиана Джонс. Ну там это видно, оно поглубже где. Вода есть, вот острова, то есть да? Воды немало, должны быть все эти камни. Вот здесь очень много шифера раньше было. Мы вот ловили всегда, а ты говорил... вот он утятник, вот он. Вот, вот здесь, ну, да, вот здесь вот мы ходили, и здесь специально шифера все видит. Вода прозрачная. Комнат. Это хорошо. Башка тоже Гриша говорит, Гриша, если вода мутная, рыбы не будет, смотри сразу. Ну, сейчас будем смотреть. Главное, чтобы не было.
там мелко, там должно быть, кстати, теплое. Там не по колено, где-то даже меньше глубина. Я смотрю, сколько сейчас воды там. Может, там сейчас... Мы едем теперь с горы. У них хвост такой широкий. Этот, а вот шакал, 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 да. Шакал, пошел, пошел. Он же так и передвигается. Когда-нибудь на вас нападал? Да нет, никогда не было в Сочи. Они воют, они это, ну... Помнишь, это, я еще мелким был, мы выходили, ты говорил, послушай, как шакал воет. Они воют, как и эти, ну... Волки? Да. Волки, волки. Вот мы и вот здесь. Да. Добро пожаловать в место под названием Лагерь. То есть дня три-то точно никого не было. Так, сюда вот. Да? Я не помню. Вот это что это? Сетки стоят. Это не сетки стоят. Ой, глянь сколько. Это кто дичь. Это? Вот это утка полетела. А вот это, скорее всего, стреляли. Это, под садок, когда охота была. А куда нам так беля все как в камышах, тогда ж не было, да? Лебедь, 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 да, на взлет пошел, блядь. Ага, какая красота. Ух ты. Пельмень. Сколько их? А воды много. Эх, бля. Посол, песок начался, песок. Там не все практически наружу. Ну, где-то же в глубине ж там-то тоже были. Да, да, камни здесь снаружи. Поедешь, поедешь. Ну, вода прозрачная, должно быть видно. Да, вот эти камушки тогда были все в воде, да? Ну, не все, но больше эти. Да там есть. Вот здесь где-то должно быть две трубы. Да, вот труб, кстати, нету здесь. Трубы, значит, да. Нет, здесь должно быть... И где-то вон, здесь вон, на, вот этом... Она, труба. На этом месте был лагерь, да? Вот здесь вот здание. Это что тут, был пляж на лагере или что тут, о, в общем? Ну тут лагерь детский был. Вон он. А вы в нем когда-нибудь были или уже все разрушили? При мне его уже не было. Советский Союз ну еще, что, да? Ну что, пап, пошли? Так ты привыкни сначала сейчас. Чекать? Так и трубы надо зажимать, у тебя руки не хватит зажать. Свеженькая? Мама, а что тебе давать? На рукавнике. Достали уже внутрь. Дедушка едет, да. Сейчас, может, дедушка взял ведро? А ну, Афонь, сбегай, спроси, дедушка брал ведро или нет? Пап, есть там что-то? Да выпустите его. Ну, два таких побольше выпрыгнуло, да? А мама себе игрушку достала. Ой-ой-ой, змей. Конечно, а как ты хотел? Ой! Прям туда. Конечно, чем дальше, тем там больше может быть жучков. Только ты ищи где-то там два выхода даже. Кнопа, кнопа бежит. Хотя, наверное, есть. Есть такая плита, конечно. Я помню, там были. Да, помоги, пожалуйста. Ну, а как? Отпустили, конечно. У меня есть. А что это за мостик? А тут, скорее всего, стреляли, когда охотники были. Вот тут под садок или как его называют. Вот там не в воде, наверное, делали. Камыш опал, скорее всего. Афоня, ну как там дно? Совсем камень, весь камень. Нет, нет.
беленькие ходят. Ой, что-то есть. Где? Едем на море, да? Не трогайте. Что это такое? Шершень? Ну, жало кусает. Можно его убавить? Не надо, он улетает. Да их в последнее время развелось, и у нас очень много. У нас, да. Ну что? Дрова поселились. А вам мама, кризис, где тапки развод? Мои? Не надо. А где ты? Вон же ты разбывался, где ты тапки а девал? Да, и глина видно свежая, не ил, а глина просто. И, наверное, водичка на гон был, надо, попадала. Даже много камней за илем. Ну возьми, что? Ну что, едем на море купаться? Да, ехали, тут дело больше есть. Да. Ну, самое главное, успокойся. Дети уже разбирают пакет с магазина. Купили воды, сосиски. Нет, давай уже там. Печенька для деток. Сейчас я пристегиваюсь. Печеньки. И печеньки для деток. Сейчас поедем на море. Ну, давай, открывай. Так, мы вот едем. Тут такая сейчас дорога, конечно, да? Она каждый год становится. Вот дорога до моря, спускаться с горы. Вся камышеватка на горе находится вот тут вот. А дедушка, наверное, уже где-то там. Вот она вся на горе, и до моря нужно спускаться с горы. Только здесь уже за время того, как машины ездят, дорога становится как стиральная доска такая. И начинает вот так вот дребезжать машина. Вот так вот. И вот она, камышеватка. Камыш и ватка. Так, едем уже по берегу. Это же народа так... А он крутит, сейчас что-то вытянет. Вон, ля, сколько? Три. Три. Ля, как один сорвался, да? Ну, на берегу упал. Красавчик. Тарамушка. И вон, ля, сколько тарамки. Ах ты, ё. А, мелкая тарамушка. Ну, мелкая, но приятно. Ну, все равно, да, поймали, ребята. На засолку, думаю, мы поймали. Да, ага. Так что мы сейчас едем по дороге, там вообще уже вот тут дальше по над травкой дорога, там очень стиральная доска. Мы еще тут едем по берегу, тут еще более или менее, но тоже стирается. Вот тут костерок уже, да? Там уже сразу жарят на сковородке рыбу. Класс. А как интересно, на вот этом вот гироскутере по такой дороге нормально? Да, нормально. Покусать тебе? А подожди, ты покушай. В общем, мы только приехали. Сейчас а будем привыкать. А ну. Ляфонь. Медуза. Да вот сейчас Гриша выйдет. Не трогай здесь. Она кто вообще уже не трогает? Нет, просто у нее нет, руки потом не замажут. Для какие? Это кто у тебя, крабик? Да, сухой. Давай, а он уже засохший. Дай я выпущу. Руки помыть хорошо. Тяжело уже тебе идти?
Конечно, тепло. Антоха вылез, теперь Гришку закапывают. Прям папа по-серьезному. Потом тебя еще. Ну давай, вылазь, сынок. Ну че? Подожди, подожди. Вылазь, вылазь. Не надо, Серега. Нет, а вылазь, сынок, уже. А как ему вылезть? Давай, давай. А ну-ка пробуй. Сверху. Давайте я сверху. А я сверху сяду. Давай, давай, сынок, а ну-ка руками. А меня, каракисты, на бок выворот. Я сейчас плавки снимутся. Ничего не снимутся, двигай ногами. Не надо, не надо. Убирай, ну. Дорогие, что побеждаешь тебя. А потом меня, а потом меня вот как посыпался. Давай, давай. Ты как ты восставший из этой. Да. Зачем ты? Вот. Еще скажи, что ты не. Опять по берегу, потому что там стиральная доска. Такой же ветерок, да, сегодня так немного прохладнее, ну и по градусам, сейчас 26 градусов всего. А мне тепло. Все накупались, счастливые, дети посчастливые. Я хотела бы первым остаться тут. Ну, так а что ты мне сказал, что ты первым? Что я же тебе просто вещи-то не брала. Я понял сразу-то. Ну, решать сядь. А потом... Что там продается, Афоня? Афоня продается. 650. Кто продается? 650. Да мальчик, два девочек, да маленьких. А что, что? Криша. Ну, там 650. Батя, это девочек. Ксюша, это мальчик. Гриш. Баски, там мальчик. Гриш.
А Афония продается? Что? Нет. Что это у тебя цена на лбу? Что? Сеточка стоит. Да, вот мы проплываем, проезжаем по берегу уже сюда, ближе к выезду. И тут прям вдали, как будто на пляже, да, народа прям много. Бля, там плотность, да? Вот глянь, сколько народа. Надо воскресенье. Лапятинушки, лапятинушки. Так, вот теперь мы на гору заезжаем. Там коровы вдалеке пасутся. Да? Гриша говорит, надо машину после этого мойку. Я говорю, Гриша, мы же туда-сюда вас же будем возить. Так, все, пошлите переодеваться. Сейчас мы идем собирать вишню. Дедушка Леша нам где-то это дерево оставил. Вам ту оставляли, там было 4 этой. Ну, ветер помешал вам. Да, и как, с этими рвать или без? Да, с хвостиками, Зай, давай рвать, лучше дома. Да, да. Так, осторожно, в это корыце утиное не вступить. О, да. Давайте, детки, вы снизу. Так, а детям надо, наверное, миску, да, какую-то сейчас я принесу. Куда им рвать? В компьютере нашли? Афоня, Афонь, позови братьев. А, сижу, не позовет, да? Как тут здорово, да? Прям супер. Гриша! На, хлопчик. Так, Афонь, ты будешь борщ? Буду, горячего надо всем по ложке хоть. Не, мы с тобой зайдем немножко, по пару ложечек. Пуля. Там Блашка что-то пакет накладывает, наверное, заморозка. Афоня уже куда-то отправился без нас, да? Поход. Кормить. Башки Гали, красота. Чики где? Они вообще едут? Оставлю. Потом заберут. Да. Афоня! Подожди, Афоня занят. А прощаться? Ему яйца надо идти собирать. А-а-а. Афоня, ты где у меня, сынок? Вот, начал он домой. Ух ты, а где ты это все взял-то, сына? У дедушки там есть. А где, где это вы берете-то, сынок? Скажи, у курочек собрали, да? У курочек собрали там. Да? Да. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. Так, а ты что, будешь оставаться, да, сынок? Да. На сколько ты дней? На 5. Так, нам можно посмотреть? Конечно, конечно, нужно даже, да? А то у нас дома не было времени. Да, тут уже нужно подстричься, ну, да? Поедем, тетя нас подстригла, да? И вас? И дедушка. Я же подстригся только, я недавно подстригся. Вам же до Вани на выпускной, да, Фань? Да. Где? А я сейчас... Ты все понял, где твои вещи, Афонечка? А обувь где? Найдем, скажи, да? Да, найдем. А ты куда, сыноль? Цветы полили. Цветы? Так дождик капает, сынок. Пошли, так ты хоть родителей проведи, то поцелуй, там маму может. Какую маму? Свою. Собирай, пап, тебе еще, открывай, сын. Папа, у меня руки заняты. Пока, пап. Что, пока? Так, что делать надо? Побить, спать и помогать. Вот и все, давай, чмокай, чмокай. Ай, жопа что-то. Хитрющая. Пока. Пока. А братьев-то зови, или они тоже остаются с тобой? Да пускай остаются. Да их там нету, Фоня, они еще не вернут. Пускай, в комнате еще. Зови их. Дедушка, где у вас?
тоже такая была? Есть, есть полями такая одинаковая. О, одинаковая. Рыбочка. Да. Поедем уже в канал рыбалку на день. А сначала да, червей да. найдешь, да? Он знает, где черви, да? Найдешь да. червей? Я знаю, где черви. И где черви? Я знаю, я не где мокло, да? Да, где мокло, где и будет. Ты тоже хотела остаться? Ну я еще когда мы Афоньку будем забирать, папа говорит, потом останешься. Да? А ты сразу хотел? Вообще да. Ну посмотрим. Но я ей попросил. В следующем году я самый первый, потому что так будет все чище. Антоша, ты будешь самолетик свой брать или нет? Забираю. Самолет будешь? Нет, дедушки. Нет, это надо. А, ага. Я буду... Гриша, у меня огромный. Это свай. А что, он уже высокий. Отдай, ты ж лепить все равно не будешь. Отдай, Антоша. Ты не будешь лепить. Ну, один дайте Афоне. Ну, не отымайте. Вот так у него попросите, он отдал. Да? Смотри, ну я буду лепить там черный. Дайте мне черный свет. А черный есть? Ты сам любой звонит. До свидания вам. Пока. Тебе не беру, не это. Меня не целую, да. Пока, до выхода. Давай. Афанасий, давай, пять и пока. Давай. Так, дедушку не держать, понял? Давай потом встретимся. Ну ты выйди, наверное.